К началу нового учебного года продолжают готовиться в Биробиджане. Проводимые мероприятия рассмотрели в рамках очередного заседания антитеррористической комиссии в мэрии областного центра. Прежде всего, большое внимание уделяется подготовке к приему детей образовательных учреждений и обеспечению их безопасности. Руководителями образовательных организаций городского округа будет проведена дополнительная работа по усилению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов. В том числе локальными актами будут закреплены по учреждению ответственные лица за обеспечение безопасности в организациях, включая ежедневный осмотр территорий, подвальных помещений, труднодоступных мест, чердаков и так далее. Межведомственные комиссии, в которые входят представители администрации города, полиции, Росгвардии, МЧС и другие ведомства, проверяют все аспекты, касающиеся безопасного и комфортного пребывания детей в школах. В преддверии 1 сентября сотрудники правоохранительных органов с привлечением служебных собак проверят все образовательные учреждения на наличие опасных объектов и взрывчатых устройств. В состав комиссии принимают участие участковые уполномоченные полиции, которые обращают внимание на предмет обеспечения антитеррористической безопасности и технической укрепленности зданий. Кроме образовательных учреждений, проверяют и другие здания, где расположатся избирательные участки в единый день голосования, 11 сентября. Особое внимание уделяется пожарной безопасности. В ходе данных проверок, нарушений требований пожарной безопасности на избирательных участках не выявлено. То есть, в принципе, избирательные участки готовы к проведению выборов. Также с руководителями учреждений, на которых будет проводиться данная избирательная кампания, проведены занятия, инструктажи по пожарной безопасности. Поступившие в ходе заседания предложения рассмотрены и приняты к исполнению. О важности обезопасить детей от всякого рода угроз также говорил на недавно прошедшем заседании антитеррористической комиссии в правительстве ЕАО губернатор автономии. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.